Воронеж – родина сказок. Но знают ли об этом сами воронежцы? Сейчас мы это и проверим. Вы знаете какие-нибудь воронежские сказки? Нет. Да нет, наверное. Нет. По итогу опроса воронежцы не знают местных сказок. Но сегодня я вам покажу настоящую сказку. Здравствуйте, добро пожаловать в ресторан «Сказка». Угощайтесь нашими фирменными пирожками. Ален, расскажи, почему сказка? В первую очередь, спасибо, что вы нас посетили, очень рады и вообще давно очень тебя ждали. Почему сказка? В свое время, когда мы уже перешли к работе с нарративами, да, то мы с командой, с маркетологом, арт-директором решили сделать такую интересную привязку нашего ресторана к одной из сказок. Вот «Жар-птица», мы вот занимались такими вещами, дизайном и всеми остальными привязками, да, к сказкам. Также в интерьере, да, то есть у нас есть красивые интерактивные видео на стенах, которые мы можем менять в зависимости от мероприятия, да, то есть мы либо какие-то фрагменты сказок вставляем, либо еще какие-то интересные видео, да, то есть, в общем, все, что нам захочется, мы здесь фантазируем и как угодно можем интерпретировать любую сказку, и это дает нам возможность для творчества, то есть мы все время двигаемся. Мир находится в движении, и мы находимся в движении. Алена, а какое диво для гостей нашего города вы подготовили? Чем подчивать будете? А сейчас мы с моей командой вам все покажем. А каша из топора у вас в меню будет? Конечно, есть. Русский человек всегда славился храбростью, силой богатырской и сообразительностью, поэтому мы можем приготовить кашу даже из топора. А пир на весь мир устраиваете? Устраиваем пир на весь мир, и у нас огромный опыт в проведении таких мероприятий. Мы в свое время организовали огромное количество банкетов, больше 1000. Поэтому мы, не побоюсь этого, наверное, сравнения, одна из лучших команд по организации мероприятий в городе в плане корпоративов, всяких банкетных мероприятий. У меня работают 2 банкетных менеджера, которые с огромным опытом проведения этих мероприятий. То есть у нас все очень в этом смысле отлажено и систематизировано, и даже есть регламент. Вот. Мы часто собираем обратную связь, наши гости очень довольны, и вообще мы специализируемся на проведении банкетных мероприятий и дней рождения. Ну и какая сказка без жили, они долго и счастливо. Свадебный банкет устраиваете? В обязательном порядке устраиваем свадебные банкеты. Наша площадка одна из самых красивых площадок в городе. Так вот я люблю себя хвалить. Но по факту это так и есть, это мнение наших гостей. Мы предлагаем огромное количество вариантов проведения свадебных мероприятий. То есть и приглашение, сюда входит приглашение разнообразных артистов, и организации этого мероприятия, и фантастические торты, которые готовит наша собственная кондитерская. И опять же менеджмент, да, прекрасный. То есть здесь есть полный такой пул всего функционала, который требуется для проведения свадеб, и опыт у нас тоже такой есть, так как мы в банкетах большие молодцы. Вот, поэтому welcome! Ну вот мы с вами и побывали в настоящей сказке на улице Платонова, 4. Читайте, рассказывайте, любите сказки и вкусную еду!